Как я уже сказал, есть такой некий характер линий, который присущ и паттерну ландшафтного дизайна, и как бы он отражается в архитектуре. Это не буквальные такие прям переклички, когда одна часть переходит в другую. Мы здесь пошли немножко по такой более традиционной, будем так говорить, схеме, но тем не менее они сочетаются и по материалам, они сочетаются по характеру линий, ну и по общему стилю, который присутствует, как бы одинаково присутствует у нас в сквозной линии и в ландшафте, и в интерьере, как бы и в архитектуре. Это связано вот с применением там вот этих вот медно-латунного материала, который проходит через всю историю насквозь, как бы эта история, она и в поэтажных холлах, и в лифтах, и в лобби, и такие же элементы присутствуют там в ландшафтном дизайне, да, там какой-то отклик. По сути дела, каждая история, она немножко отчасти самостоятельная, и ландшафт, и интерьер, и архитектура, но при этом они сшиты какой-то некой такой единой линией. Вот такую мы хотели историю заложить здесь.